Здравствуйте. Для игрового компьютера приобрел такой монитор в интернет-магазине онлайн трейд. Этот монитор от известного бренда Asus с диагональю 24 дюйма, серия VG248. Выпускается в такой фирменной красивой упаковке, на которой представлен, собственно, вид самого монитора с описанием его характеристик. Указаны основные характеристики. Максимальная частота обновления картинки составляет 144 Гц. Время отклика матрицы 1 миллисекунда. Поддерживает стандарт Full HD 1080. Поддерживает интерфейс HDMI. Можно использовать DisplayPort. Также этот монитор вращается. Можно использовать в обычном режиме и как рамка в портретном. Есть опция NVIDIA 3D Vision. То есть при покупке очков от производителя NVIDIA можно будет наблюдать 3D-картинку. Дается 3 года гарантии. Комплект поставки монитора Asus включает в себя следующее. Силовой кабель. Кабель DVI-D. Аудиокабель, книжка с гарантийным талоном, краткое руководство пользователя по установке и использованию монитора и предостережение, что нельзя делать с монитором. Диск с драйверами. Подставка, упакованная в такой мешочек. Вот такая красивая подставка. Она вращается. Благодаря такой конструкции. Монитор поставляется в полуразобранном виде. Для его сборки не нужно никаких приспособлений. Необходимо прикрутить при помощи вот этого винта подставку к стойке вертикально, и монитор готов. Перед нами стильный монитор из пластика. Вес монитора составляет почти 6 килограмм, из которых подставка весит порядка 2 килограмм. Сам монитор выполнен из глянцевого пластика, а стойка из матового с декоративными красными накладками. Подставка изготовлена из глянцевого пластика с декоративной надписью 3D. По кругу указаны основные характеристики монитора. Монитор относится к классу энергоэффективности А+. Указаны основные интерфейсы. Кнопки обычные, механические. Мы видим название модели. Указана частота обновления кадров. Монитор может вращаться. 3D изображение можно получить. Поддержит Full HD стандарт. Подсветка на светодиодах. И отклик матрицы составляет 1 миллисекунда. Внизу находится декоративная сетка, за которой расположились два динамика, направленные в разные стороны. Рассмотрим поподробнее меню. Меню включается при помощи кнопки меню. Видим разделы Splendid, фильтр синего цвета, цвет изображения и выбор входа, а также настройки системы. Что же касается технологии Splendid, то она включает в себя пейзажный режим, стандартный режим, театральный, игровой и ночной режим и SRG. Все зависит от того, вот смотрите, выбираем, происходит изменение яркости. Я остановился на стандартном. Можно также настроить фильтр синего цвета. Нет его. Больше, больше, совсем.
темный цвет экрана. И опять же поставлю на 0. Можно произвести корректировку цвета изображения, выбрать источник видеосигнала, а также произвести настройку громкости акустической системы встроенной. Дальше включить режим энергосбережения, демонстрационный режим технологии Splendid включить, выбрать интерфейс, язык интерфейса русский. Всем спасибо за просмотр, до свидания.